15 градусов на улице. Что, дверь не открывается? Нет? А люком никак? Нет? Не, никак. Пошли купаться. Как-то так кустик прихватило. То ли мороз был, то ли ветер холодный. А эти вроде как зеленые еще стоят. Воды опять налило. И листьев насыпало новых. Ой, какой у меня красивый. Ты какой красивый вымахал, да? Поближе к елкам, да? Вон там второй еще в сетке. А вот третий дозревает уже. Снимать будешь меня, да? Правильно. Да. Надо. Сейчас наступает такое время, когда он такой начинает сливаться с листвой. Да, Тимуся, братуша. Там, оказывается, этот самый. Шмель. Шмель, шмель, шмель. Холодно. Но уже чувствуется. Уже чувствуется водичка хорошая такая прям. Ух! Так, надо бы эту всю красоту почистить. Прям сказочно. Вообще, конечно, я не знаю почему, но холодная вода, я как будто оживаю. Девочки писали, что сосуды, сердце, инсульт, инфаркт. Но как бы тело у меня уже... Ну, я давно занимаюсь этим. Ну, купание в холодной воде где-то 16-го года. Может, с 15-го, я уже не помню. Вот. И мне вот после такого купания мне очень хорошо. Даже, собственно, моржевание, по сути дела, оно не... Оно действует, но пока там дождешься, то и зимы этого 19 января. Потому что 19 января начинаем сезон. Но вот сейчас, пока вот еще есть такая возможность, то я просто балдею. Я не знаю, я просто оживаю. Я никогда не думала, что вот оно так на меня подействует. Может, у меня, конечно, здоровье немножко подкачивает. Хер его знает. Не знаю. Но смысл в том, что особенно голову, так хочется опустить голову в холодную воду. Шею. Вот она как-то вот дает расслабуху такое, расслабление. Меня опускаются руки и опускаются плечи. Потому что я настолько зажата, я даже не могу сказать, насколько. Потому что вчера легла спать,
Вроде бы все, сегодня выходной, вчера, позавчера выходной, 3 выходных. Я так тебя уже думаю, о, какая прелесть. Я такая расслаблена, что-то начала там творить, вытворять. Да, помидоры начала валять, уже что-то, пару баночек закрыла с этими помидорами, да, тюфсик. Вот, что-то там пошила, разложила для валяния. Ну, то есть меня вот попустило. Ну, только я легла в кровать, вот буквально вот, ну, я не знаю, думаю, о, сейчас я быстренько усну. И меня как хватануло. У меня зажалось все. Плечи, спина, руки, ноги. Я как вот такой, как в кулаке меня вот так вот зажало, зараза. Дайте у всех. Зажала и все тут. И прям вот адский ад начался. Не знаю почему. Что это за хрень такая? Огурцы собирать будем, тёфсик? Так что, когда вот холодная вода, это просто вот кайф. Я не знаю. Плечи опускаются, ну, то есть вот это напряжение в плечах исчезает. Просто сказка. Ну что ты тут? Прочухался чуть-чуть, товарищ, товарищ. Я понимаю, что ты мокренький. Тебе бы помочь крылья раз это самое раскрыть. Да, вот сюда. Давай, раскрывай крылышки, суши их. Так, тюфсик, не надо на него наступать. Не знаю, что это за змей Горыныч такой. Эй, а что ты на него наступил-то? Ой, ты видишь, не надо на жужжащих наступать. Он тоже пушистый, тоже полосатый. Да, пушистый, полосатый. Ты на него наступил, засранец. Да. Вот. Ну, сейчас он, может, просохнет. Давай, просыхай. Товарищ, давай, давай. Ладно, ладно, не подымай свои лапы. Давай, я тебя вытащила из бассейна. Давай, приходи в себя. Чё ты лапы? Или тебе тюфсик на лапу наступил, да? Возмущается. Чё ты возмущаешься? Все, я тебя из бассейна вытащила, вытащила. Давай, сохни и вали, куда ты там валил. Да. Давай. Да, все. Что? Помочь тебе спуститься? Ну, давай, на этот самый. О, горку даже себе сделала. Давай. Шурши куда-нибудь. Ну так, 2 сантиметра, наверное. Пушистик. Лапы еще мокрые, поэтому не летается. Тут из жизни насекомых, из жизни людей и котов. Давай уже. Ладно. Куда ты пополз? Мяу. Чё ты мяу? Чё ты мяу? Не трогай его. То он тебя как укусит, будь тебе бубу. Слышь? Будь тебе бубу. Как говорится, ребятам о зверятах. Сосался не туда. Ладно, сохни. Наверное, долго плавал.
Думает, наверное, что какие-то тут цветочки. Наверное, тюфсик ему на лапу наступил. Одной лапой наступил на другую лапу. Что-то подтягивает левую заднюю. Ты заныкался, да? Ты заныкался, мой золотой. Да, заныкался. Оставила полосатых разбираться друг с другом. Коровки пасутся. Я в купальнике бегаю. Хорошо. 15 градусов на улице прям. Плечи опускаются. О, гриб. Гриб, привет. Привет. Это у нас подберезовик. Да? Это у нас подберезовик. Красота моя созревает. Коровки пасутся. Вон они. Коровушечки. Привет, коровы. И свидетели купания Оксаны идут. Блин. Ты моя, ты бусечка. Ты моя, ты бусечка. Ой, такой большой кот. Скажи привет. Я к вам подлизался. Да, я к вам подлизался. Тепленький такой. Тепленький, пушистенький такой. Да, тепленький, пушистенький. Да, ух, надо тебя вычесывать. Лето заканчивается. И летняя шерстюшка тебе уже не нужна. Опустите в хвост. Да, летняя шерстюшка вам уже не нужна. Да, не нужна тебе летняя шерстюшка. Надо заготавливать зимнюю. Да, зимнюю надо заготавливать. Ух ты. И этот. Не поняла, что тут у нас. Тюфсик, что там у тебя? Дай пощупаю. Это у тебя ребра? Или клещ на тебе там сидит, а? Эти тут ребра или клещ на тебе сидит? Эть, пстынь. Да, все, не надо меня. Не надо меня каптюрами цеплять. Не надо. Знаю, они у тебя знатные каптюры такие. Вон, чуть что, и саблезубый тигр сразу появляется. Возрождается в тюфсике. Вот, купайтесь. Купайтесь в холодной воде. Наверное, уже час прошел после купания в холодной воде. До сих пор идет такое, как бы такое покалывание по всему телу. И так прохлада по всему телу. Просто балдеж. Такое расслабление. Вот так долго держится вот эффект вот купания в холодной воде. Балдеж, балдеж. Сказка. Меня вон какой красотун зацвел. Да, и вот тут вот еще стремится. Меня наконец-то творчество торкнуло. Делаю варежки. Вот. Потом покажу, как сделала. Немножко захотелось добавить серой красочки. Ну, вернее, серая шерсть. Варежечки мои. Вот, я их уже... Все, они держатся хорошо. Я их даже немножко подваляла. Вот, как говорится, почувствуете разницу. Было. Ну, в общем, садила их хорошо. Подваляла. Все уже держится. Ну, теперь можно принимать. Делать их, доваливать до нужного размера. Вот. Тан-тан-тан. Будет такая красота у меня. Я их пока разрезала только с одной стороны посередочке, чтобы вытащить шаблончик. Ну, это так, это не мастер-класс, это так. Пару слов о том, как варежки делаются. Вот. Так что теперь можно усаживать их.
усаживать и усаживать. Но ровненько так все хорошо. Притирается, валяется. Так что... варежки мои готовы. Но они мокрые, конечно. Надо подождать, пока они высохнут. Так, все. Первый, а второй. О, такой приятное. На восьмерочку, на девяточку. Размер. Чик. Чик-чирик. Вот. Делала специально, чтобы он был такой стретчевый эффект, чтобы они тянулись в разные стороны. Но пока еще сохнут. Еще тяжелые такие. Тяжелые, полны влаги. Вот, выходные закончились. С приятным результатом. Ну что, варежки готовы. Прошло несколько дней. Они высохли. Ну, я бы сказала, что это 9-10 размер. Вот. Такая вот красота у меня получилась. Это внешняя часть, но мне как-то две руки надо же одной держать. Надо одной держать камеру. Да. Но размер все-таки, наверное, 9-10, да. Такой. Можно, конечно, его довалять еще, но мне кажется, в самый раз. Потому что палец хорошо сидит на месте. Да и вообще варежки должны, они... В них должна рука хорошо шевелиться, чтобы не замерзала. Такие у меня варежочки получились. Почти что сердце.